Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я Анна, мне 22 года. Скажите, имеет ли какое-то значение для вас возраст? Вы начинали, собственно, с него и вот. Хотелось бы как-то уточнить, имеет ли значение для вас возраст. Если да, то какое значение для вас имеет возраст. Вот. Дальше. После 3 месяцев общения с парнем он решил прекратить развитие отношений. Мы оказались в разных городах. Ну, 3 месяца — это тот период, когда любовь, в общем-то, имеет все шансы закончиться. Вот. К сожалению. Вот. В данном случае это, ну, в данном случае это скорее нормально, чем нет. Вот. А забегая чуть вперед, я бы вот еще сказал, что у вас есть определенная специфика на общение. В том смысле, что вы там познакомились там, на сайте знакомств, как я понял, вот, и тут изначально у человека была такая история, да, где вот, ну, как бы, по сути, вас вот, там выбирали, да? Вот, и вы тоже выбирали. Вот, и как бы тут вот, ну, ничего в этом смысле не поделать. Дальше. Ага, я ездила к нему в гости, все было хорошо. Мы общались после моего возвращения в свой город. Но потом постепенно виртуальное общение стало холодным. Я прямо спросил, он ответил, что да, не заинтересован в общении. Ну, 3 месяца срок небольшой для того, чтобы перейти, возможно, на такой вот, ну, на дистанционное общение, вот, если, конечно, вы вот понимаете в данном случае, вот, что я имею в виду. Поэтому, скорее всего, просто прошло недостаточно времени. То есть недостаточно времени для того, чтобы вы вот успели сблизиться с человеком. Так, значит, да, не заинтересован в общении, чувствую себя опустошенный, испытываю шок и досаду, шок, потому что анализировал поведение на брейске, но не только брал, но и давал. Ну, я бы здесь сказал, что вызывает вопрос то, как вы на это реагируете. Вот. То есть вызывает это
определенный вопрос. Я бы сказал, то есть вот, не слишком ли болезненно вы на это реагируете? То есть не слишком ли для вас, ну, значит, человек оказался, при том, что пообщались вы с ним не так много, так как бы 3 месяца это небольшой срок. Дальше, так, значит, я анализирую поведение, то есть вот с чем связан анализ, я виню себя за то, что ты упустил какой-то тревожный звоночек. Я думаю, вы вините себя не за это, я думаю, что вы вините себя за то, что у вас не получилось вот, то, что вы хотели. Вот. То есть вы вините себя за то, что у вас не вышло добиться того, что на что вы рассчитывали. Вот. То есть я думаю, что в этом основной момент. И на мой взгляд, то, на что вам нужно обратить свое внимание, это как раз на то, а что же вы изначально хотели. Вот. Потому что, ну, это ключевой момент, определяющий ваше поведение. Так, а ведь не бывает так, что все хорошо, а потом я сосунет, почему вас это было не сразу, у вас это было как раз постепенно, вы сами говорите, что постепенно общение ваше стало сходить на нет, вот. То есть это вот как раз и есть, ну, постепенно. То есть как-то вы здесь себе несколько противоречите. А потом я начинаю думать, что, знаешь, я недостойно оказался. Это был за достаточно длительный период отношений. Первый человек, который мне приходил по моим требованиям, которым мне было интересно и спокойно. Ну, вы знаете, мне кажется, что, ну, как я это вижу, да, мне кажется, что вы вот некоторую свою проблему пытаетесь решить в отношениях с человеком. Вот. Не с ним в отношениях, быть, а именно вот пытаетесь вот какую-то свою проблему решить. Вот. И вам, ну, на мой взгляд, надо быть честным здесь. Потому что вы себя, если обманываете, ну, например, думаю, что вы выстраиваете отношения, а действительно пытаетесь, ну, решить свои определенные трудности, то по понятным причинам отношения у вас выстроить не получится, потому что как раз вот это может отпугивать
ну, людей. Вот. Над вас. Вот. И это, вот, на мой взгляд, что, в принципе, что и случилось с вами. Вот. Ну вот, в контексте отношений. Дальше. Так, единственное, мы не говорили о перспективах, планах наших взаимоотношений. Для чего вам об этом говорить? Я знаю, что признак мужчина заявляет защищать еще не выявлен, он не представил окружение, меня не заявил статус наших отношений. Что это за признак, о чем вы говорите? Анна, у меня здесь вот складывается такое впечатление, что вам не столько, вот, знаете, сама личность, человека интересно, сколько вот для вас быть в статусе с мужчиной. Вот. Если это так, то я не удивлен, к сожалению, тому, что он у вас отношения разладились. Вот. Вы еще извините за прямоту, если вам, ну, кажется, что это, ну, как-то вот слишком прямо, да? Надеюсь, что вас это не сильно водит. Вот. А дальше идем. Так, значит, я думал, что все впереди, не все сразу, а познакомились мы на сайте, где у него было указано ничего серьезного. Это нормально, скажите, какой нормальный мужик начинает отношения с серьезного? Да, не знаю, ну, есть, наверное, такие люди. Тут дело немножечко не в этом, не в том, какой нормальный мужик. Вот что вы сами вот вкладывает в это, какой нормальный мужик. Не знаю, дает вы себе отчет или нет, но вы здесь, на мой взгляд, очень сильно также обесцениваете личность мужчины и себя. И плюс вопрос, который вот хочется вам здесь задать, вот связан со следующим. Почему на сайте знакомств познакомиться? Помню, начало всегда увлечение, за которым он должен увидеть личность. А вы видите в нем личность, да, я согласился играть в эту игру. Переочитывал, что проиграю, и так был уверен, что я не ошиблась, это было логично. Думаю, он разглядит во мне девушку, заслуживающую не просто секс, но и отношения. Почему-то у нас здесь все про то, что он должен что-то разглядеть, что-то увидеть, а вы сами позиционировали себя вот так. Что вы достойны. Ну, потому что пока выглядит это несколько несколько странно, я бы сказал, пока что. Вот. То есть, грубо говоря, ну вот, почему-то
вы ждете, что он вас оценит, вот. А не вы сами как бы вот. Себя репрезентующим. Вот. Ну, возникает, соответственно, вопрос в таком случае, возникает вопрос, как вы относитесь вот к себе, то есть, ну, как вы воспринимаете себя, вот, как вы видите себя. На мой взгляд, это важно. Потому что мне кажется, что в какой-то степени вы себя обесцениваете, что ли. Вот. Что, конечно, как мне кажется, совершенно неприемлемо. Дальше. Так, я не прыгала в койку сразу, было этап ухаживания, что получала от него того, что требовала, не приступала за себя, и все равно я выброшена на обочину. Почему вы считаете, что если мужчина закончил с вами отношения, вы выброшены на обочину? Здесь явно в отношения вы, вот, что называется, вкладываете больше, чем сами того отношения могут оценить. Вот. То есть явно, ну, явно вот здесь больше вы в это вкладываете, явно больше. То есть для вас вот это имеет, ну, значение. То есть вам, иными словами, через отношения нужно подтвердить свою ценность. Вот. Все создает сверх мотивацию. Вот. Как мне кажется. Вот. Вот отсюда и вопрос к вам. Что еще вы вкладываете в отношения? Что еще для вас это значит? Что еще для вас значит отношения? То бишь. Дальше. Я была уверена, так, выброшена на обочину, я думаю, что поступок говорит о том, что я недостаточно хороша. Почему? По какой-то причине действия человека вас как-то характеризуют. Так, напал, обиделась на себя, на него надо даже злиться не могу. А за что на него злиться и за что злиться на себя? Потому что у вас целью было построить отношения. Знаете, почему-то вам важно это сделать. Так, что-то сама выбрала игру в рулетку, выстрелила себе в голову, никто не гарантировал успех, но ты была самоуверена, очень говорит мой голос. Ну, с этим голосом надо поработать, ломаный голос прав, я не заслуживаю еще таких людей, недостаточно хорошо, чтобы выиграть. Почему это отношение для вас игра? Почему я думаю, что оно что-то не так, что за когнитивное искажение? Я не знаю, что с этим делать. Психотерапия поможет вам.
Неужели я не заслуживаю любви? Заслуживаете. Я так хочу обмениваться своей любовью с тем, кому это нужно. Я думаю, что вы хотите любви скорее к себе. Вот, я бы не сказал, что... Ну вот... Ваше желание обмениваться любовью, да, это вот, мне кажется, больше именно про, ну, вашу собственную потребность в любви. То есть вы нуждаетесь в, ну, вот, в любви, как мне видится, по крайней мере. Вот то, что я могу вам сказать сейчас с точки зрения психологии. А на этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что вам это было полезным. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что в целом вы постарались услышать то, что я хотел до вас донести. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Там позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам удачи. Вот, ну, надеюсь, что вы обратитесь за помощью, и ситуация нормализуется, вы сможете выстраивать хорошие, качественные отношения, которые, ну, которые дадут вам все, чего вы хотели бы. Вот. Удачи вам, обращайтесь за помощью.